Чрезвычайная ситуация на телеканале «Беларусь-4», подростковая преступность в центре нашего внимания сегодня. Не найдя понимания со стороны взрослых или испытав острое социальное потрясение, которое зрелому человеку может показаться вовсе незначительным, они часто совершают поступки, отличающиеся особой жестокостью и циничностью. Их крик о помощи нередко принимает форму конфронтации с обществом, а сам способ самореализации граничит с общепринятой моралью и законом. Трудные подростки – тема очередного выпуска нашей программы. Все мы знаем, дети – самое важное, что есть у нас, взрослых. Их поведение – зеркало нашей жизни, отображение культуры и уровня социального развития общества. И чем больше в нем безразличия, неуважения, расхождения в поступках, тем больше противоречий накапливается в сознании молодых людей. И если вовремя не обратить на это внимание, ребенок может выплеснуть свои эмоции крайне негативным и шокирующим для общества способом, искалечив свою судьбу и сломав жизни окружающих. В октябре 2016 года судом железнодорожного района Гомеля был оглашен приговор интернациональной группе наркоторговцев, которые занимались на территории России, Украины и Беларуси распространением синтетических курительных смесей. На скамье подсудимых оказалось 10 человек. Друг с другом эти люди познакомились только в камере, хотя и занимались одним и тем же видом наркобизнеса. Первоначально, после появления магазина, город, значит, на соответствующих закрытых интернет-форумах появился новый интернет-магазин «Эксклюзив», и подразделение в нем было, что касается города Гомеля, «Today GG». То есть, как бы, расшифровывалась аббревиатура как «Гомель Гродно». Данную ветку обслуживал непосредственно гражданин Российской Федерации, и занимался он непосредственно двумя этими городами. Интернет-магазин, с помощью которого его агентура получала и распространяла наркотики, носил вполне отвлеченное от основного рода деятельности название. И неудивительно, что в его паутину попали даже подростки. Реклама сайта со спайсами активно распространялась в социальных сетях. Более того, на работу приглашались курьеры за вполне привлекательную плату. Потом на соответствующих этих форумах было выявлено, что проводится, если можно так сказать, рекламная акция. Напиши 10 надписей, 10-15 надписей, Today GG, там, допустим, Куреха, Лареха, Микс, Скорость. Сфотографируй, отправь, получи бесплатную дозировку. И информация стала подтверждаться, что да, действительно, магазин работает, проводится данная акция. Это агрессивная реклама, можно так сказать. Создал крупную сеть реализации спайсов житель Москвы. За психотропом ездил в Минск, а в Гомеле уже занимался непосредственно производством дурмана. Обрабатывал табак синтетикой высшего качества, а фасовке уделял особое внимание, помещая в каждый пакетик неодимовый магнит. Таким образом, закладку можно было скрыто прикрепить к любой металлической поверхности. Непосредственно у гражданина Российской Федерации, который был задержан, в момент задержания при себе находилось более килограмма психотропных веществ, чуть больше 500 грамм реагента для производства самих спайсов, это курительного табака этого, и 500 грамм вещества альфа-ПВП, которое используется, как бы, наркоманы колят его внутривенно, нюхают, ну, то есть несколько способов употребления. Летом 2015-го по приезду в Гомель создатель интернет-магазина был задержан, а вместе с ним и гражданка Украины, у которой в Одессе без содержания остались двое несовершеннолетних детей, несколько белорусов и подросток из Гомеля. Последний фигурант уголовного дела решил заработать легкие деньги, а вместо этого поверг в шок родителей. Как оказалось, они ничего не знали о тайном бизнесе своего сына, который, к слову, так и не принес ему желанной прибыли. Я думаю, что главная проблема, с которой нам приходится сталкиваться, это непонимание некоторых родителей о том, что они несут ответственность за воспитание своих детей. Мы каждый случай, каждое преступление стараемся, которое происходит в сфере незаконного оборота наркотиков, выезжать на место, встречаться с этим подростком, который совершил преступление, с его родителями. Вот буквально вчера мне пришлось общаться с таким подростком, общаться с его родителями, и четко прослеживается о том, что данная проблема, она существовало и ранее. Наркомания, к сожалению, до сих пор остается той питательной средой, на которой выращиваются криминальные элементы общества. И большая проблема, что в это крайне опасное занятие втягиваются дети. В прошлом году в Беларуси ужесточились нормы закона и увеличились меры наказания за незаконный оборот наркотиков. За решетку теперь можно загреметь на долгие 25 лет. Ну, в данном направлении, именно в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков,
Следует отметить, что в этом году произошло качественное изменение таких преступлений. Если раньше подростков в основном задерживали за хранение наркотиков, за употребление, то в этом году большая часть преступлений связана со сбытом. В среднем назначается наказание от 8,5 до 9,5 лет лишения свободы для подростка, которому 15-16 лет. За 9 месяцев 2016 года в Гомельской области зафиксировано 62 преступления по линии наркоконтроля, в которые были вовлечены несовершеннолетние. Это меньше, чем в прошлом году, однако дети стали чаще заниматься наркосбытом. Каждый должен понимать, что если подросток на такой срок попадает в места лишения свободы, это, конечно же, отразится на формировании его личности. Кем он выйдет через этот срок, покажет время, покажет жизнь. Но, конечно же, это снизится на качестве его образования. Естественно, это даст определенные проблемы в психологическом формировании его личности. Некоторым сбытчикам везет. Они успевают наторговаться спайсами и уезжают за границу. Однако основной массе предприимчивой молодежи приходится иметь дело с законом. Подросток из Гомеля, который в составе организованной группы распространял спайсы посредством интернет-магазина, получил 10 лет лишения свободы. И это при том, что суд смягчил юноше меру наказания. В общем, закон суров, но это закон. Печально, что почти все подростки знают, на какой риск идут. И тем не менее продолжают ставить на карту свою судьбу, здоровье и будущее. В целом, криминогенная обстановка в молодежной среде на Гомельщине стабильная. В этом году наблюдается даже тенденция в сторону снижения количества преступлений. Психологи и милиционеры в один голос говорят, подростки предсказуемы, и когда решаются совершить противоправный поступок, мыслят чаще всего ситуативно. А способствуют тому плохие компании, отсутствие собственного мнения, алкоголь и наркотики. Именно в неконтролируемом состоянии дети становятся преступниками, не отдавая отчет своим поступкам. Совершая преступления, молодые люди часто пытаются что-то доказать своим сверстникам. Но такая игра редко стоит свеч. И потом за нее становится мучительно больно. В начале лета этого года милиционеры Гомельского отдела департамента охраны задержали пьяного подростка, который мог быть причастен к угону дорогостоящего автомобиля марки Lexus. Молодой человек был остановлен группой задержания при попытке покинуть авто, на котором попал в дорожно-транспортное происшествие. При себе у него был мобильный телефон владельца машины и ключи от роскошной иномарки. Состояние алкогольного опьянения. Попили пиво с друзьями, увидели машину. А чего бы, я же умею ездить, вот посмотрите, как я могу. Друзья на заднее сиденье, сам вперед и поехал. При этом даже не понимаючи о том, что при наступлении определенных условий может быть уголовную ответственность нести и пассажиры транспортного средства, а не только водитель, который осуществляет управление. Это как раз тот пример, когда очередная бредовая идея пришла в нетрезвую голову. Распивая на пляже с друзьями пиво, предприимчивый подросток случайно обнаружил на песке чужое полотенце, под которым лежал ключ от автомобиля. Воспользовавшись тем, что хозяин купался, парни быстро нашли машину, сели в салон и дали по газам. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и проспекта Октября нетрезвый подросток, который управлял «Лексусом», наехал на бордюр. Когда машина остановилась, участники экстремального заезда разбежались кто куда. Однако главный угонщик вернулся, вспомнив, что забыл в машине свой мобильный телефон, кроссовки, верхнюю одежду и ключи от дома. Тут-то его и задержала милиция. В текущем году органами внутренних дел, совместно с заинтересованными, проделан комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Отрадно, что не допущен рост числа несовершеннолетних, имеющих судимость, совершивших повторное преступление, зарегистрировано снижение числа преступлений, совершенных подростками в пьяном виде, в состоянии наркотического опьянения. Вот данные официальной статистики. За 9 месяцев 2016 года на территории Гомельской области подростками было совершено 360 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2015-го снижение составило 15%. Однако в железнодорожном районе Гомеля, Будокошелевском, Ельском, Калинковичском, Речицком, Чечерском и Мозырском районах был зафиксирован рост правонарушений среди несовершеннолетних. Чаще всего молодые люди занимаются воровством, вовлекаются в незаконный оборот наркотиков и совершают хулиганство. Именно эти виды преступлений – те самые три кита, на которых базируется вся криминогенная проблематика подростков. Начинается все с банальных краж, а заканчивается колонией и безрадостными буднями.
С каждым годом специалисты отмечают, что противоправные поступки несовершеннолетних становятся более жестокими. Случай в столице, когда в торговом центре Европа 17-летний подросток порезал бензопилой случайных людей, и вовсе не вписывается ни в какие рамки. За всю историю особо тяжких преступлений в стране правоохранители не могут привести в пример что-либо подобное. Беседуя вот с этими ребятами, задаешь вопрос, почему ты употребляешь? Некоторые честно признаются о том, что они уже не могут без наркотиков. То есть это уже болезнь. Я вот вчера опять беседовал с этим подростком, я говорю, как решить нам эту проблему? Он говорит, на полгода надо закрыть меня, чтобы у меня не было доступа ни к наркотикам, ни к чему. Но этого подростка, когда рассматривал суд, я еще раз повторюсь, ему дали условную меру, хотя комиссия и инспекция ходатайствовали, чтобы его отправили в спецучреждение. Мы все родом из детства. Просто одни проходят жизненные уроки, а другие помещают их глубоко в себя вместе с невыплеснувшимися эмоциями, страхами, переживаниями, обидой и неправильными выводами. И когда чаша весов переполняется, человек с несформировавшейся психикой может совершить нечто непоправимое. Проблема употребления алкогольных напитков, она остается. Наши детки как пили, так и пьют. Они пьют не только пиво, они пьют коньяки, они пьют водку, они пьют мартини, они пьют другие алкогольные напитки. Откуда деньги? Возникает вопрос. Деньги, значит, дают родители им для того, чтобы они купили себе какую-то вещь, купили шоколадку. Но зачастую шоколадку они меняют на алкоголь. Поэтому проблема наркомании, алкоголизации подростков, она остается, с которой мы и работаем. В начале 2016 года в Ельском районе произошло преступление, которое потрясло местную общественность. 17-летний житель деревни Кочище зарезал приятеля своего дяди. Убийство произошло по пьяни. Молодой человек, его родственник и их общий знакомый весь день пили водку. К вечеру они стали выяснять между собой отношения, а закончилось все тем, что несовершеннолетний схватился за нож. Потерпевший скончался от колото-резанного ранения, повредившее его легкое. Подростка задержали и поместили в следственный изолятор. Здесь настолько видно то, что ребенок остался никому не нужным. Прежде всего, ребенку 17 лет, он живет отдельно. Никому не интересны его проблемы. У него есть определенные проблемы со здоровьем. Никому это не надо. Ребенок нуждался... Ну, мне кажется, что каждый ребенок, особенно который имеет какие-то проблемы, нуждается прежде всего в тепле, в добре и в заботе. Так? Если он этого не получает... Он злится на своих родителей, что вот они его не понимают. И это зло иногда выносит не только на родителей, почему там, допустим, иногда оскорбляют дети, родители. Они вымещают вот то, что у них накапливается, да. Они выносят это и на окружающих. Я, вы знаете, вот давно это было, конечно, это преступление, когда мальчик убил свою бабушку, и как он говорил, он говорит, я к ней по-хорошему, я ей и так, а она меня оскорбляет, она мне вот на хлебник, она мне постоянно куском хлеба попрекала. И вот он настолько мучился, вот это вот выносил, в себе носил, и в конце концов, продумано, не то, что там спонтанно, а продумано совершил ее убийство. Как утверждают специалисты, особо острое восприятие действительности всегда имеет свои корни, которые глубоко зарыты в семейных отношениях. Ребенок во многом смотрит на мир глазами родителей, и то, как они к нему относятся, чаще всего и формирует его личность. Детей, которым внимания достается мало, с распростертыми объятиями встречает улица. На мой взгляд, вот каждый ребенок должен понимать, что для родителя он самый главный. И если ребенок это понимает, что он самый главный, то он, наверное, никогда и не допустит каких-то противоправных действий, даже только ради того, чтобы не огорчить свою маму или папу. Потому что вот эта взаимная любовь, взаимная... уважение, оно не позволит ему пойти на совершение преступлений. Семья – это кладовая ценностей, которые молодые люди впитывают еще в раннем возрасте. Если в доме царит безразличие и обман, дети обязательно столкнутся с проблемами. В подростках важно раскрыть потенциал и никогда не оставлять их наедине со своими маленькими бедами. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До встречи!